Приветище! Это спасатель островов, и мы продолжаем очистку Дино-острова. В прошлой серии мы дошли вот до этого здоровенного дерева, в котором есть проход, но он почему-то заледенел. Интересно, как это случилось? И также мы нашли здесь чувака, или даже это растение, это не совсем чувак, растение, которое сперло батарейку у нашего Ньютона. Ну хотя сперло, это слишком громко сказано. Она у него взяла за долги. За долги, которые Ньютон не смог выплатить. Что ж, давай же мы очистим вот эту часть острова, разобьем ту глыбу льда, пройдем к этому растению и узнаем, что же, собственно, произошло. Почему это растение сперло именно батарейку, а не что-нибудь другое? Итак, территория очищена. Теперь нам нужно прикупить семян, вот таких вот Acid L Plant. А тут у нас чего? Fang Bush. Ого, вот это название, какие-то французские, слушай. Так, Пигби, нам нужен твой онлайн-магазинчик. Значит, нам нужно Ice Plant. Это какой-то у нас мексикос. Семечки мексикоса. А Fun Bush это француз. Все, покупаем. Оу, спасибо за доставочку. Ништяк. Давай-ка начнем, наверное, с Fun Bush. Переводится это как веселые булочки. Хотя нет, не веселые булочки. Буш. Джордж Буш. Как президент. Но не президент. Ладно, сейчас посмотрим, что вырастет. Что у нас тут будет? Ну вот, все семена почти рассажены. О, теперь все. Поливаем. И смотрим, что из этого всего у нас вырастет. Очень любопытно. Так. Что это такое растет? Яйцо какое-то? Это, по-моему, Fun Bush у нас растет. Похоже на капусту какую-то, да? Ого, вот это Fun Bush, слушай. И к нам прибежали... Кто? Смилидон! Это разновидность саблезубых кошек. Крутяк. А тут у нас вон что выросло. Ну, понятное дело, что он питается мясом. Таким голубым мясом, потому что саблезуб у нас с голубой крови. Местная интеллигенция. Давай еще вот эти цветочки дольем. Еще у нас будет почком. Так, ты что тут ревешь? Саблезубов первый раз увидел. Опа, нам еще тут семечку нужно посадить. Усо! Теперь все у нас посажено. Заливаем. Ай, черт, потеряй, водички не хватило. Хорошо, что у нас тут есть мостик. Сейчас я с моста наберу воды. Эй. Во. Ну вот, собственно, и все. Все посажено. Ждем всех посетителей нашего удивительного динопарка. К нам по-любому должен еще кто-то прибежать. Давайте, цветочки, распускайтесь. Мясо мне, мясо. И к нам прибежал, кто же это? Ух ты, мамонт. Крутяк. Вот ты нам разобьет своими мощными бивнями вот этот вот заледенелый проход. Ну чё? Давай, наверное, нифига себе, у тебя хобот как пылесос. А, это у него копилка. Все понятно. Давай-ка мы его откормим по-быстренькому. Так, где там твоя любимая еда? Блин, тут в основном все для саблезубов. Вот, еще. Жалко, что на этом растении всего по одной ягодке растет. Держи вкусняху. Давай, засасывай ее. Ну же. Я думал, он возьмет хоботом ее и затолкает себе в рот, но нифига. Он просто хоботом сметает все. Так. У нас тут один саблезубик объелся. Смотри, какой он милаш. Пухляш. Милаш-пухляш. Давай-ка я вот это заберу. И откормлю других. Какие большие куски мяса. Ты посмотри, они больше, чем моя голова, да. В принципе, больше, чем все мое тело. Ужас. Но вы прожоры. Давай последний кусок, и ты будешь пухляшом. Хватит там пукать. Пукать, кекать. Че, все? Красавцы, давайте мне бабло. Как говорится, зашел в ресторан, покомячил бабки на стол. Спасибо. Вы очень щедры, саблезубики. Пойду еще одного вашего сородича откормлю. Он где-то тут бегал. Вот еще ягодка. А, вот он. Держи, друг мой. Клыкастый. Так, еще мне осталось чуть-чуть откормить. Ну как чуть-чуть? А, ну да, в принципе, чуть-чуть. Последний плод он сейчас съест и все. Есть! Шикарно, всех откормил. Мамонт, давай деньги. Нифига себе, с мамонта 40 монет вывалилось. О, да. Все, эта территория очищена. Мамонт, помогай мне. Блин, он его разбил как стекло.
Что это за фигня? Несмотря на то, что мамонт меньше тирекса, я мог это сделать и тирексом. Ух ты! Мамонт разломал весь лед в проходе, теперь он свободен. Да ладно, как будто мы сами этого не видели. Тут у нас окаменелость, и сейчас мы встретимся... Ух ты, какие двери мощные. А вот, собственно, и наш главный босс. Там у него гитары, батарейки, скейтборды, кисточки, ракетки. Чего у него только там нету? Здорово, меня зовут Венус. И у меня такой девиз. Если ты не можешь заплатить, я заберу у тебя что-нибудь. А, ну теперь понятно, почему он забрал батарейку. Это просто попалось ему под руку. Когда люди имеют долги... Ну, ты, наверное, имеешь в виду свинью, да? Она не человек. Когда... Не перебивай меня, во-первых. В общем, когда люди имеют долги и не платят их, я забираю их вещи, пока они не заплатят мне всю сумму, которую должны. Мне бы вот у тебя батареечку выкупить. Батарея Ньютона? Ну да, есть у меня такая. Ты можешь ее забрать, как только заплатишь его долг. Стреляй монетами в мой рот, пока не погасишь его долг. Ну ладно, хорошо, где-то там есть. В принципе, это даже не босс. Он оказался дружелюбным, да? Порядочным. Открывай свой рот. Ну вот, в принципе, и все. Ты наелся? Все, я оплатил долг Ньютона, и мне Венус отдал батарейку. Спасибо за оплату моего долга и возврата моей батарейки. Принеси скорее ее сюда, и мы сможем включить гигантского налогового бота. Сейчас принесу. Только мне тут нужно кое-что забрать. Например, вот это. Отлично. Так, ну чё, вот это я ничего забрать больше не могу, да? Ух ты, водяной пистолет, что ли? Или что это? Ну да, похоже на водяной пистолет. Давай-ка поболтаем с Венусом, может быть, он еще что-нибудь мне продаст, а? Иди погуляй, приятель, у меня для тебя больше ничего нет. В смысле нет? У тебя вон сколько игрушек. Эх, ладно, фиг с ним. А вот и я. А, вот и вы. И у вас есть батарея. Конечно, есть. Стреляй скорее батареей в аккумуляторный отсек, и тогда гигантский налоговый бот снова заработает. Сейчас, подожди, мне еще добежать тебе нужно. Опа. Так, батареечка моя. Точнее, твоя. Но заплатил-то я за нее, так что отстань. Опа. Ух ты, он заработал. Ё-моё, вот так-то намного лучше с батарейкой-то. Я чувствую себя заряженным и готовым собрать просроченный налог, причитающийся тебе, Ньютон. Давай скорее стреляй налоговыми жетонами в мой слот токенов, чтобы погасить налоговую задолженность, Ньютон. И, конечно же, это должен я сделать, да? Ньютон, Дрявая твоя башка, точнее, глазастая твоя башка. Ну да, он говорит, помоги мне закинуть все налоговые токены в этого налоговика. Эх, где тут у меня эти штуки-то налоговые? А, вон он. 40 налоговых токенов. Обалдеть, у меня их 59. Ну чё, я принёс. Давай. Отпирай свой налоговый слот. Отлично. Чё-то я переборщил с налоговыми токенами. У нас открылся новый проход. И что же там будет нас ждать? Я чувствую себя намного лучше благодаря твоей помощи. С моими долгами. Спасибо тебе большое. Ну слушай, спасибочками ты не отделаешься. Я тебя зажарю потом, блин. Хотя нет, ладно. Прощу я тебе всё. Я добрый. Так, кто нас тут ждет? Нифига себе. Слушай, это уже какой-то фильм ужасов напоминает. Тебе не кажется так? Сейчас тут как вылезет какие-нибудь монстры с щупальцами и захавают меня. Что у нас тут? У нас тут есть шикарно... Сейчас я смогу это забрать, интересно? О, да нет! Поскользнулся. Я всего лишь хотел забрать окаменелость. Окаменелось. Иди сюда. Скорее всего, мне нужен Тирекс. Тирекс, ты мне нужен. А, отлично. Давай-ка заберем. Вот и все. Тут нужно будет мостик построить. Ого, да не один. Обалдеть, сколько тут строить-то нужно. О, похоже, здесь можно построить налоговый мост. Но я не вижу налогового бота. Возможно, он на другой стороне. Я тоже так думаю. Что ж, ух ты, что-то еще тоже как заросло-то все, да? Давай начнем очистку этой местности, а дальше посмотрим, как попрет. Кстати, мне сперва бы
Сперва бы скинуть деньги и налоговые токены. Так. Налоговые токены мы выкидываем сюда. Очищаем налоговый автомат. Вот так вот. Просто. Все, отлично. Собираем налоговые токены и выкидываем их в налоговый автомат. Ух, как мне надоело это слово налоговый. Налоговый. Все. Пришло время уборки. Час пик, как говорится, для уборочки. Причем тут дофигеще мусора, просто капец. Давай-ка мы, пожалуй, сейчас построим с тобой автомат. Ту, блин, автомат. Банкомат. Автомат, банкомат, какая разница? Это все равно же автомат, правильно? Просто банкомат в виде автомата. И строим банкомат. Чё тебе нужно? Чё тебе нужно? Чё тебе нужно? Подскажи. Ага, пластик. Алюминий. И немножечко бабла. Какая стройка без бабла? Шикарно. Ой, блин, я ж пин-код забыл. Я его сменил. Так, ладно. Сейчас, подожди. Такой, по-моему... О, нифига себе, я его вспомнил. Обалдеть. Так, теперь мне нужно найти трэш-автоматы. Где они тут? Трэш-автоматики. А, вот, кстати. Вот они вот тут. Опа! Грязнюки, здорово. Ой, нифига себе, грязнюк. Это мега-грязнюк тут вылез. Гигантичи прям. Все, был грязнюк и нет грязнюка. Где еще мальки-то? Мальки, куда это вы там бегаете? Все. С грязнюками разобрались. Теперь сделаем быстренько трэш-автоматы. Сейчас мы отстроим. Давай, строительный бот. Выручай, нужна помощь. Как можно скорее. Какой же ты долгий, а? Готово. И здесь. Блин, 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 блин. Опа. Окаменелость. А где трэш-автомат на стекло? Что-то я не понял. А, я стекло притащил с другого... С другой части острова. Все понятно. Кстати, смотри, вон там справа еще окаменелость. Она там на островке, вон там вот. Пришло время разломать янтарь. Вот первый. Давай, Т-рекс. Красава. И вторую сейчас размажим. Четко. Можешь гулять. Иди гуляй. Эй, Т-рекс. Знаешь, что меня радует на этом острове? То, что здесь нету киви. И он не предлагает всякие бартерские темы. Ну, типа, чтобы получить семена, притащи мне там чего-нибудь такого съедобного. И тогда ты получишь семена. Ну, помнишь, как в предыдущих сериях это было? На других островах. Тут этого нет, и слава богу. Ну, вот. Все грядочки у нас отстроены. Осталось только купить семена. Снэппер плент мы уже покупали как-то с тобой. Фиолетовые семена такие тоже, по-моему, покупали. Торнберри баш. Ага. Итак, пигби. Нам нужно 4 семечки. Вот таких вот 2. И таких вот 2. А так-то. Кстати, тут еще удобрений нету. Здорово. Не нужно ничего удобрять. Теперь поливаем всю эту красоту. И сейчас к нам прибегут какие-то новенькие животники. Точнее, динозаврики. Итак, что же у нас там растет? Очень любопытно, что сейчас вырастет. Тут у нас чуть такое. Ягодки какие-то интересные. И к нам прибежал... Кто там? Тхеризинозаврус какой-то прибежал к нам. Ты больше похож на цыпленка, просто переросток. Обалдеть. И еще к нам прибежал спинозаврус. Так, ну что ж, нужно нам этих товарищей откормить, их всего 3. Нифига себе, он здоровый. Че ты суетишься? Вон тебе мясо упало. Есть еще кусочек? Есть. Иди сюда, пупчик. Вот тебе. Такой большой, а такая маленькая какуля. Эй, открывай рот. Жалко, они, блин, рты не открывают. Я бы их закормил быстренько. А так они пока подойдут, пока покушают. Где там мясо? Вот оно, мясо. Товарищи, ужин подан, пожалуйста. Вот, подбегайте. И вам тоже ужин. Не забудьте оставить хорошие чаевые. О, а вот и чай подоспел. 20 монеток чаевых, итого 40 с каждого. И тут еще будет 40. Ух, и грязнюки сразу появились. Надо быстро деньги всасывать.
Всасываем бабло. Отстань от меня, отстань. Не лезьте в мой ресторанный бизнес. Да, вроде как все начиналось. Вроде бы с уборочки, а тут уже и ресторан подоспел. Ух ты, мега грязнюк. Стопой, стопой, стопой. Куда это ты бежишь? Ты хочешь меня обливать? Вода закончилась. Вода, водичка. Скорей, 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 скорей. Стопы! Нельзя идти туда. Слава богу. Все, ушатал я этого грязнюка. Отлично. Пойдем монеточки дособираем, и, в принципе, можно отсюда чесать. Ух! Давай бабло. Эй, сколько монеток в воду улетело. Ну, благо мы здесь все закончили. Итак. А, вот этот цыпленок нам сейчас расфигачит кусты эти. И откроет проход. Слушай, спасибо тебе. Извини, что я тебя цыпленком называл. Гляди-ка, Зинозаврус использовал свои когти, чтобы расчистить тебе путь. Теперь ворота открыты, и ты можешь пройти дальше. Спасибо, Кэп. Ньютон очевидность. Надеюсь, тут не нужно платить денежку, чтобы открыть эти ворота. Ну-ка. Что такое? Отличная работа. Продолжай исследовать территорию в том же духе. Спасибо вам, ворота. Вы очень щедры. Ого. Ого-го. Шеньки. А как туда добраться-то вообще? Обалдеть. Опа. Смотри, кто тут у нас. Привет, ты чё тут? Мусор объелся, да? Давай я тебе помогу. Давай, давай, давай. Красавчик. Походу мы сейчас оседлаем вот этого динозавра. Отличная работа. Вы помогли этому бедному птеранодонту, убрав застрявший мусор. Птеранодонты любят есть фрукты. Вырасти немного фишгресс и затем попробуй покормить птеранодонта фруктовыми ягодами. И, кстати, им нравится держаться в воздухе, поэтому вам нужно будет стрелять едой в открытый рот, когда он летает. Капец, я даже и не думал, что мы будем тут летать на динозаврах. Это же просто очуменно. Давай-ка заберем вот эту окаменелость. Теперь нам нужно здесь уборку произвести. Все отмыть, посадить фруктовые деревья и накормить нашего птеранодонта. Но это, я думаю, уже произойдет в следующей серии, потому что мы и так сегодня сделали достаточно много. Если тебе нравится эта игруха, то ты знаешь, что делать. Опускайся вниз под видео, ставь там свой крутой лайк и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. А на сегодня все, пока. Увидимся в следующей серии.